Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и добро пожаловать в новую серию Троллинг Майнкрафт. Да, ребята, всем привет, и эта серия выходит только благодаря вам, Йоу-йоу-йоу, и все прекрасно знаете, что нужно делать. Как всегда, нужно поставить огроменный палец вверх на ролик, чтобы, конечно же, вышло продолжение. Если набираем много лайков, будет много серий троллинга. А если нет, тогда даже не просите. Поэтому все зависит только от вас. Я с тобой полностью согласен. Полностью согласен, а я предлагаю сразу же пойти. Пошли, давай, затролли меня, давай! Как ты меня сейчас троллить будешь? Подожди! Это уже начало троллинга, типа, не? Ладно. Я пойду сначала свою карту покажу. Добро пожаловать на мою карту троллинга. На самом деле сюжет тут очень-очень-очень-очень простенький. Но он будет только в конце. И только будет упоминание об этом сюжете. Сюжет заключается на недавнем мероприятии, которое мы посетили, StreamFest. Но суть не в этом. Как видите, тут у меня две такие длинные беговые дорожки. И знаете, в чем прикол? То, что Жека их будет проходить полчаса, но тут столько много ловушек, то, что он каждый раз будет эпехаться сюда на начало и проходить это все заново. Это может прозвучать глупо, но я уверен, то, что у меня на 100% получится его затроллить в этой серии. То, что он будет очень даже сильно бомбить. Поэтому, ты знаешь, что нужно делать. Ставь лайкусик прямо сейчас на эту серию, если ты хочешь больше видосиков с троллингом. И также не забывай подписываться на мой канал прямо сейчас и нажать на колокольчик, чтобы также не пропустить ни один мой новый ролик и ни один мой новый стрим. А мы погнали троллить нашего компаньона. Пошли, пошли. Ну шо, Эдуарду Пиперециану, ты готов? Я готов. Блин, там Игорь, смотри! Смотри, там Игорь! Ну, я видел уже перед серией, а что он там делает? Я на всякий случай пойду посмотрю, кто его знает, может у него... Ну давай, пойди посмотри. Не, ничего там нет. А в полисмена? Ну и полисмен еще нифига, ну жесткий. Твою мать. Я чё, ну какой-то, чё я так... Слушай, я может зря старался, мне может не надо было никакую карту строить там и так далее, может ты просто так побегаешь, поумираешь. Я смотрю, тебе нравится. Да, тоже неплохо, тоже неплохо. Хорошо, Евгений, давайте... Все, давай, иди, давай, иди. Ага, понятно. Как там перепрыгнуть? Да, подожди, видишь, что-то необычное, видишь, что-то необычное, видишь, ты вглянись. Куда? Что-то необычное, видишь? Да, вот тут. Уже ничего необычного нет. Ну да, тут что-то необычное есть. Ой-ой-ой! А что это значит? Ничего не значит, там просто обычная стена, все! Просто, чтобы тебя долго не мучить, тут, короче, дверь. Ядрить, колотить! Блин, я это сделал просто в самом конце, уже такой думаю, что бы еще добавить, решил это добавить. Давай, иди, пожалуйста, иди. Молодец, умничка, просто спокойно. Пошел в сраку. Короче, Эдисон, подожди, перед тем, как ты начнешь, я хочу тебе кое-что сказать. Ты, насколько я знаю, фанат «Властелина колец». Допустим. Вот. Допустим, что происходит? Что ты падаешь? Короче, во-первых, ты прочитай, как их зовут. Чипинчук, Пипинчук и Мерингек. Ага. Да, ну это Пипин и Мэри. Короче, ты бы отсюда вот поднялся, чтобы тебе объяснило, а то как-то вот это будет сложно. Да, я поднялся, нормально. Смотри, короче, это не обычного... А нет! Нет, подожди! Подожди, себе. Что такое? Да, ты кажется... Не, что? Ага, ну... Ой, здесь что, нельзя тебе сюда. Да я просто осматриваю шир. Все. Смотри, это не обычный шир, это гоблинский шир, понял? Да. Просто запомни это очень важно. Я тебе правда говорю, это очень важно. Потому что это очень важно. Вот, теперь ты можешь дальше. Очень важно. Это гоблинский шир, да? Да. Федор Сумкин, да? Да, видишь, это не Фродо, это Федор Сумкин. Федор Сумкин, хорошо. А ты можешь на Федора Сумкина тыкнуть? На Федора Сумкина? Да. Да, могу. Отлично. Ты на всех NPC можно тыкать, ты на них тыкаешься, там, ну, как бы, если не тыкается, говори. Не тыкается! Подожди, вот сейчас. Смысл моего троллинга это собрать. Не тыкается? Тыкается. Ну. Смысл моего троллинга это собрать братство кольца, понимаешь? Тебе нужно всю братву кольца собрать, понял? Ты понял, да? Всю братву кольца, я понял, да. Где я сумку могу найти? У меня нет сумки никакой. Ну, значит, Федор Сумкин с собой не пойдет. Ему только сумки. Какой код, Жека? Не знаю, какой код.
А почему ты не знаешь, какой код? Не, я знаю, какой код, но я тебе не скажу. Смотри, Дека. Здорово. Убил Деку бедного. Бедный Дека. Так, писька, с него писька выпала. Это с предыдущего троллинга осталось. Я могу за письку нанять Фёдора Сумкина? Забери себе эту письку. Да нет, тебе она нужнее. Чё мне делать? Чё мне делать с Фёдором? Тебе нужно найти код. Код, как, где я код этот найду? Код. Ну ладно, тебе еще, ты еще кое-что можешь найти. Пипин, а, вот тут за лестницу, угу. Вот, а ты когда на кнопочку нажимаешь, ничего не происходит? Я... Подожди. Ой, а почему у меня ТП? А, ты читер, у меня ТП шнул. Ты взял что-то в сундуке? Нет, нет. А как мне взять? Ну, так надо быстро, понимаешь? Ага! Все понятно, все понятно! Фёдор в сумке! Сумка? Так, я нанял сумку. О, да, сумка! Пошли, Фёдор Сумкин. Всё, теперь у тебя есть Фёдор Сумкин, но это... Фёдор Сумкин есть. Как бы это ещё фигня, тебе ещё нужно 8 человек. А ещё 8 человек, хорошо. Фёдора Сумкина укокошил. Бедный Фёдор Сумкин. Подожди, а он будет с тобой дальше бегать? А ты его убил, все, да? Все, жесть, кого, да? Кого я убил? Фёдора Сумкина, он тоже в лаве же скорел, или нет? Да, ну... Где Фёдор Сумкин? А, офигеть! Все, ты просрал всю жизнь! Ты просрал Фёдора Сумкина! Я ничего не просирал, это ты виноват! Он там, я тебя вот держи. Все нормально. Он тебе нужен, он тебе нужен. Фёдор Сумкин. Так, я тебе сразу скажу, что вот в этих книжках есть код. Код. Господи, с ума сошел, да? Ты хочешь, чтобы я это все сейчас проверял? Я каждую книгу проверять не буду уже. Ну ты вот посмотри внимательно на название книжечки, вот здесь вот. Вот тут. Финкебай, ага. Да-да, Финкебай. 9802, хорошо. Ну давай, отлично. Фёдор Сумкин, куда? Тут есть Семён Ганджубас, понял? Ганджубас, а что он делает? Ганджубасит, нет, я не могу на него тыкать. Ты не можешь на него тыкнуть? Нет, подожди. Тут есть Семён Ганджубас, он опасный парень. Я его переставил. Так, ага. Я нанял. Ты помнишь вообще, почему... Нанял его, смотри, ты понял еще, почему он тут стоит? Тут траву режет, понимаешь? Траву режет, Ганджубас. Так! Опа! Опа-на! Опа-на! А что там? А там лесенки, да? А там, ёпты! Да какой 9802, да? Угадал. Угадал с первого раза, фирстрайк. А ты Семёна Ганджубаса нанял? Да, нанял. Почему за тобой только Фёдор Сумкин бегает? Да потому что, а я вот на этих уже не могу нажать. А нет, могу, подожди. На одного нажал. Марин Гек нажал, а вот на этого чубзилета не могу нажать. Так, давай. Отдай. Давай. У тебя уже целая, понимаешь? Целая армия за мной. Все на деку! У тебя есть хоббиты все. Подожди. Сейчас, мне нужно еще пару... У меня... А почему за мной три только? А вот четыре. Так, подожди. Так, Эдисон. Да подожди, у меня... Проход открылся. Да подожди, у меня только два мяча. Держите одну письку. Мне еще три нужно. Дека не появляется. Ну ладно. Так, Эдисон, подожди. Аккуратнее, будь аккуратнее. Тут эсэсовцы, понимаешь, эсэсовцы. Я агроном бабушка. Ты можешь на агронома тыкать? Нет, хоббиты умирают! Куда-нибудь ступешьтесь ко мне! Нет! Да они все сдохли! Ну ладно, срать! Ну тут уже твои проблемы. Ладно, срать на этих хоббитов и не дальше. Ты смог тыкнуть на агронома бомжару? Нет, не смог. У меня хлебушка нет. У тебя нет хлебушка? Нет, поищи. Опа! Кто это? Фёдор Сумкин, здорово. Да нет тут хлебушка. Да где-то есть. Да нет, тут хлебушка. Нет, там, хлеба. Знаешь, в таком потайном месте. Вот, кстати, вот это. Что, нашёл хлеб? Вижу хлеб, ты там не умирая, вижу, ты там поперхнулся. Я просто не хочу тебя сбивать, понимаешь, своим кашлем. Так, короче, смотри, ты видишь, тут есть, тут эсэсовцы. Агроном бомжара, он против... Ты нажми на него, видишь, что он говорит вообще? Я сын агропрома и наследник Кизлдура, понял? А бомжара идет в бой, давай бомжара в бой. Все, отлично, бомжара идет в бой. А как мне его в бой отправить? Ну, ты иди с ним. Главное, не бойся. Агроном бомжара всех убьет, понимаешь?
Видишь, огромный бомжар, я пошел тебя спасать, понимаешь? Чё? Главное тебе... Чё ты, ничего меня не спас. О, он убивает, он тут размазывает. Давай! Да помоги ты мне, дебил, не смотри на меня! А! Агроном! Да не справ... Там еще один дебил! Так. А, тут сколько ты тебя спавнил? Ну, агроном со всеми справится, он жесткий. А, он жесткий, он слишком жесткий. Давай, молодец. Так, все, отлично. Беги. Тут еще один. Пендальф серый. Здорово, Пендальф. Так, смотри, у тебя уже почти все братство кольца ты просрал, конечно, но неважно. Я ничего не просирал, они сами, ну. Так, все, давай, иди. Так, Эдисон. Ну, ты понимаешь? Смотри, ты можешь... Нет, это не для тебя место, можешь встать. Нет, для меня место. Ну, ладно, ты что, кого-то видишь? Ты смотри, ты просто познакомься. Это Гиви. Гиви? Он сын Зубара из Грузии, понимаешь? А, ага, хорошо. Будем знать. Вот. Это Логозалокопас из отцовщины. А знаешь, кто это? Ну, агент Смит, да. Да, это агент Смит. А вот нажми на Баралгина. Нельзя просто так взять и пройти троллинг. Я сын Димми Дролла из ГУВД Гондураса. Понятно. Подожди, ты встань с этого места, это не для тебя, я тебе говорю, не для тебя. А для кого? Понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? Я забыл кое-что сделать. Понимаешь, тут не хватает одного... Видишь стул, да? А на стуле никого нету, не хватает одного участника. Да. Вот он участник! Это голый! Давай, агроном, давай бей, я посмотрю! Так, агроном, не помогай ему! Это голый! В смысле? У меня и защита против голова, у меня письки! Это, ну, ему не письки нужны, ему нужна прелесть. Пендальф, помоги, пожалуйста. А прелести у тебя нет. Вот прелесть, писька твоя. Ай, моя, у тебя моя писька, это прелесть, ну хорошо. Ладно, тогда сойдемся на это. Вырежи, пожалуйста, это не надо. Не надо. Просто запикай, что ты точно сказал. Все, все забыли. Я подумал, это предложение. Тебе же хуже будет. Не понял. Это что за угроза была? Тебе же хуже будет. Понимаешь? Мне хуже будет. Да, тебе же хуже. Я не про делах, это ты сказал. Тебе же хуже будет. Ну ладно, голый одобряет твои высказывания. Убери, пожалуйста, их. Ты готова? Ты готова? Да. I'm ready. Подожди! Писка, скажи мне, скажи мне... Нет, ты посмотри назад, вот туда. На запад? Посмотри на западе запад. Хорошо! На западе хорошо! Только... Отлично! Все нормально, хорошо, ты пэхайся. Короче, Жека, не беги! То бежать, то не бежать! Смотри. Я тебе не буду говорить, в чем заключается сюжет, ты сам поймешь. Сам поймешь, когда придет время. Побежали! Смотри. Тут не так нужно, никак. Тебе нужно туда в самый конец. Подожди! Видишь вот то дерево? Подожди. Тебе нужно вот туда, в самый конец. Но только аккуратно. Каждая. Ну не каждая, одна из плит делает с тобой очень страшные вещи. Да подожди! Не вот там. Сейчас направо. Направо. А, молодец. Смотри, как он справился. А с каждой плитой. Спаунпойнт ставить? Нет, нельзя. Спаунпойнт нельзя ставить. Так. Стреляй. Не хочу. Ты взял лук! Да. И что? Чтоб предмет тебе выдался, машина, чтобы дальше пройти. Ты понимаешь, что там у меня еще так же дальше ехать, вот такая же дистанция, как ты сейчас пробежал. Да, конечно. Я бы там умер, если бы выстрелил. Ага, конечно. Ты бы не умер. Это что за крипер-гопник стоит? Это что за кнопка? Нажимай. Не хочу, вот, не хочу. Вот тут нажимай, чтобы поставить спаунпоинт и... Ага, да. Нажми на кнопку! Я на твои ловки больше не попадусь. Нажимай, чтобы спаунпоинт поставить, да. Спаунпоинт поставь, он тебя убьет с одного удара. Мне, конечно, мне... Тебе нужно понять, как пройти, как обойти. Мне, конечно, очень интересно, что делает такая кнопка, но я предполагаю, что я умру, поэтому не буду. Смотри, ты не получил нужный... Ты где? Ты меня ТП-шнул, куда мне... Я тебя... Ты что сделал? Я тебя не ТП-шнул. А думаю, куда? Я даже ничего никуда не нажимал. ТП-шнул. Машину возьми. Да. Да не хочу. У тебя паранойя, ты понимаешь? Как бы, я тебе специально... Нет, подожди, я тебе специально дал две стрелы.
Первая попытка и вторая попытка. Если бы это был троллинг, я бы тебе дал стак стрел, потому что ты бы умер, допустим, или еще бы что-то сделал. Тебе машину нужно взять. Да. Короче, если я сейчас умираю или что-то... Ладно, короче, не бери. Ладно, не бери. Иди сюда. А, то есть все, ну хорошо. Ну как хочешь, чтобы потом ты просто обратно вот это все не пробегал и не возвращался, не стрелял в тупну. Ты его не убьешь, тебе нужно в сундук посмотреть. ТП-ша до пристака. Мне нравится этот сундук, который ТП-ша до пристака делает. Ладно, я просто чисто из интереса нажму на эту кнопку, но я знаю, что я умру. Я знаю, просто. Вот если ты не умрешь, ты лохопут, хорошо? Ладно, мне плохо будет, у меня там наковальня свалится, еще что-нибудь. А, ну меня обратно вернут. Ну, в принципе, не важно, что-то плохое, я сказал, что-то плохое. Что-то плохое. Ты Иди сюда. Атлет! Марафон, накачаешь себе ноги. Иди сюда. Посмотри в этот под сундуком, хорошо, посмотри, если я уже не знаю, какой я раз... Я не могу, я когда подхожу, мне ТП-шит. Ты под сундуком посмотри. Под сундуком что? Под сундуком на... Подожди, на юго... Ты вообще нормальный? На юго... Сундук или как вижу? На юго-западе тебе нужно... Да я такой юго-запад покажу. Ты понимаешь, в этом... Выстрели, пожалуйста, еще раз кнопочку, там все поменялось, нужно выстрелить еще раз. Выстрели, пожалуйста, кнопочку. Короче, Жека, у меня сюжет, а вот это! Ты до сих пор не понимаешь, что это делает? Марафон! Марафон! Давай, Жека, сколько ты уже метров пробежал? Не знаю, я бегу. Ты хотя бы, может, протестишь, что делает вот эта кнопочка? Давай, Жека, ты почти справился, давай! Ты там не задыхаешься? Не понятно, почему я просто нажимаю на кнопочки на клавиатуре, я реально уже вспотел весь. Нажми на проклятый этот сундук, я тебя молю. Я не хочу на него нажимать. Юга, с юга. Чё, я сейчас рукой дергаю? Он привет. Ты меня угрожаешь, а? Ты чё, а? Слышь? Ты, ё-моё! Ты, вот именно! Вот именно, как ты пройдёшь дальше? Вот. Да три колотить! Ну ты всё правильно сделал, точнее я всё правильно сделал, я тебе помог и столкнул крипера в яму. Вот видишь, какой я хороший друг, я тебе помогаю. Да я сам этого хотел того, что сделать, ты просто не опередил. Чё ты хочешь от меня, я не могу понять. Вот крипером посмотри, наконец-то уже. Дебил! Я не буду, да иди ты в сраку! Молодец, Жека, молодец. Ты чё свою мотыгу взял, убери её? Давай, иди сюда. Ну чё? Ёханый бабай. Чё тебе? Чё тебе надо? Ну шо? Давай проходи дальше уже мою карту, заколебал. Смотри. Ты мне объясни, как это пройти, это невозможно пройти. Ну хорошо, пошли дальше тогда. Если это невозможно, значит пойдем дальше, пошли. Проходи. Сломай тут блоки, я не знаю. Почему? Так что теперь я точно не попадусь на твои уловки, вот 100%. Хорошо. Отличная работа. Ну что, у меня аж сопли с носа пошли. Ну ты дебил, конечно. Сколько ты уже кругов сегодня намотал? Да. Что, не знаю, ничего не слышу. Давай. Я профессионал, я специально. Все подстроено. Да, все подстроено. Так, стоп, я буду аккуратен в этот раз. Где оно? Что там? Я не помню. Куда? Где проходить? Куда дальше? А, вот. Молодец. Так, это уже поинтереснее, попасть. Да. О! Ой, опасно. Ага. Стоп, не понял. А что там? А что там? Там нужна плита? Ага.
Опа, какой молодец, слушай, ёпты. Так, хорошо. Так, сейчас еще одну бегаю. Я за мной не побегу, я за мной не побегу. Хорошо, хорошо. Так, ты где? Так, чё тут, я не понимаю, что за хрень? Ты где? Тебе нужно... Лазер, тут блоков. Давай, проходи. Я уже потерялся в пространстве, я ещё правильно иду? Мы же или назад и вышагаем? Да, не знаю. Неважно. Опа! Наконец-то! Молодец, давай, проходи дальше. Да, сейчас нажму я обратно, мне ТП-шник не буду. Нет. Да? Это дверь открывает, фигня! Да. Понимаю, ну ладно. Ты опять не за как-то сейчас... Да не сталкивай, пожалуйста! Хорошо. Не так тут сложно. Хорошо. А, не понял. Что, невидимые блоки какие-то или что? Какие невидимые блоки? О чем ты говоришь, Жек? Какие невидимые блоки? Да, вот так вот. Просто профессионал смотри на профессионала. Ты видишь? Ладно. Ты сейчас смотришь на профессионала. Давай, нажимай. Такс. Выбери одну кнопку. Так. Ну так. Ах ты сволочь-то такая, ты сволочь! Как? Ладно. Иди сюда. Мне кажется, ты даже уже вот тут можно закончить троллинг, потому что я и так тебя уже затроллил очень даже много. Раз. Да стоп, это было, и ты сказал, что ты уже закончил, поэтому не считается. Это не считается, это не в счет, это я специально. Там уже сказал, закончил. Ну ладно, ты забыл, что мы сейчас с тобой снимаем. Мы с тобой троллинг сейчас снимаем, давай, побежали же. Не, никуда не пойду. Я никуда не пойду. Все, до свидания. Не хватило. Что, это не смешно. Ты посмотри, это первый, наверное, случай за всю историю троллинга, когда мы даже не узнаем, в чем заключается суть моей карты. Пойдем. А, не, вот если... Не, подожди. Если лайки наберем, вот тогда и пойдем. Мне кажется, я и так тебя уже слишком много троллил, да, Жека? Что он там делает? Я побежал. Ты побежал? Ага. Ты будешь заново все проходить, да? То есть ты решил во все тяжкие. Короче, мы не узнаем даже, да? Вот настолько ты сильно затроллил, что мы даже не узнаем концовку, да? Димпин. Ой, какой сложный троллинг. В общем, я предлагаю поставить много лайков на наши видосики, если вы хотите продолжение, да, Жека? Да. Флэш. Флэш. Продолжай. Просто не обращай внимания. У тебя после моего троллинга сдвиги немного, да? Нет, что? Все нормально. Тогда вообще без проблем. Понимаешь, что мы даже с тобой концовку не узнали моего троллинга. Да блин, не все, я теперь... Так, подожди. Спасибо, ребята, всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Спасибо. Да не за что. Да смысле? Мистер Зло. Всем удачи и всем пока. Пока.